вот этот кораблик Григорий Овчинников перевезет нас сейчас к центру Севастополя через эту бухту. Замечательное время. Марий, как там наверху? Отлично. Севастополь, декабрь 2013 год. Замечательное время, замечательная погодка, замечательное настроение. Мы с Марком приехали сюда в гости к Татьяне, Илье и Даниэлю на несколько дней, чтобы приятно провести время на Черном море в городе-герое Севастополе. Молимся, отдыхаем, наслаждаемся и веселимся. Всем привет! Оставайтесь с нами. Любите нас. Любите жизнь и любите себя. Любите Бога и наслаждайтесь жизнью.